Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Британська розвідка також відмічає суперуспішне дії Збройних сил України в останнє час, в частності, говоря о том, що контрнаступлення української армії на Херсонщині стало повною неожиданістю для окупантів. Наскільки це було можливо? В очередному обзорі британські воєнні розвідчики заявили о том, що один із елементів наступлення на юге – це продовжуючеся продвіження на широком фронте западнее Днепра, которая формируется на трех направлениях в пределах оккупированной Херсонской области. В этой операции ближайшие задачи, утверждают британские разведчики, украинские силы достигли тактической неожиданности, воспользовавшись провалами в логистике российских оккупантов, а также проблемах в управлении и командовании оккупационных войск. Вот так. Ну а тем временем произошел практически террор, терроризирование путинского олигархического окружения. Провели обыски сразу у нескольких путинских олигархов, в частности в США, в Нью-Йорке. ФБР провели обыски в домах Виктора Вексельберга. В Италии на Сардинии арестовали 11 вилл еще одного путинского олигарха Вячеслава Кантера. А Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы Владимира Евтушенкова, еще одного олигарха из России. А еще один российский олигарх Рубен Варданян неожиданно заявил, что отказался от российского гражданства и заявил, что переезжают на Горный Карабах. Правда, интересно, куда он переезжает, учитывая, что Нагорный Карабах является территорией, напомню, Азербайджана, а не Армении. Ну и, собственно говоря, вот эта вся история с Варданяном, она очень сильно подводит нас к мысли тому, что Варданяна Путин хочет превратить в армянского Иванишвили. Напомню, к власти в Грузии пришла пророссийская партия, грузинская мечта Иванишвили, и он смог развернуть курс Грузии от проевропейского, от проевроатлантического в сторону России. А сама Грузия стала местом убежища для многих россиян после 24 февраля. Ну а Грузии, как известно, было отказано, в отличие от Украины и Молдовы, получение статуса ассоциированного члена ЕС, хотя до этого она имела все шансы. И вот есть сейчас такая гипотеза, что Рубен Варданян должен стать человеком, которого Путин, это такая спецоперация, выбрасывание российских спецслужб, чтобы Варданян смог стать армянским Иванишвили, устранив правительство условно проевропейского Пашиняна, тем более, что у Пашиняна еще больше сейчас разочарования от очередного предательства России. Как мы знаем, российские так называемые миротворцы отдали контроль над Лачином, Лачинским коридором, отдали Азербайджану. Ну, то, что это, опять же, и должно было отойти Азербайджану, это вопросу сомнений не подлежит. Но армян русские в очередной раз кинули. И вот теперь, естественно, Пашинян опять возвращается к своему латентному, такому мягкому антироссийскому дискурсу. И его Путин, как мы понимаем, может попытаться убрать. Зачистка путинских олигархов – это очень важный сигнал. Тоже происходило, кстати, накануне отстранения Януковича от власти. Запад таким образом посылает четкие сигналы богатейшим людям России, безмолвным, но очень богатым, о том, что у них есть очень простой выбор. Или предать Путина, или пойти вместе с ним на дно. Как говорится, почувствуйте разницу. Вы знаете, иногда так хочется нам всем, чтобы Путину было больно, а он же психопат, ему не больно. Поэтому все не так устроено. И санкции устроены не так, и цели их другие. Цель, например, вводить санкции против Кабаевой – это не чтобы Путину было больно, чтобы он страшно переживал, заламывал руки, кричал: «Господи, бедная Алишка, как же она страдает теперь». Нет, не в этом цель. Цель – не позволить Путину обходить санкции и режиму обходить санкции. Почему вводятся санкции против членов семей, против детей? Казалось бы, это же не демократическая процедура, да? Сын за отца не в ответе и так далее, и так далее. Но нет, цель другая. Так как пытаются, главная цель санкций – ограничить денежные потоки. Ну, этого вида санкций, еще технологические санкции – это другое. Ограничить хождение денег и имущества для этих людей и в целом для государства Российской Федерации. Так как ближайшие родственники всегда по традиции могут быть использованы для проводок денег, то вот это то, чего и пытаются избежать Евросоюз и США, вводя санкции против таких людей, как, например, Алина Кабаева. Вот что важно. Почему человек легко переписывает там свои активы на свою там жену, дочку и так далее? Потому что он понимает, его завтра могут убить, ну, у этого человека останется вот что-то, да? Вот этого тоже пытается избежать Запад и Евросоюз. Для этого вводятся такие санкции.
А что касается там Кантера, которого вы упомянули, кстати, еще один пример, это, по-моему, насколько я помню, этот человек как раз-таки занимается удобрениями. Вот я упомянул одного, да, удобрятеля земли русской. А это тоже магнат по удобрениям. И заметьте, что вроде как пошли же на какие-то компромиссы, как говорили, с Россией по поводу того, что это Лавров говорил, что да, мы тут заключили вот в Стамбуле сделку по пшенице, и за это с Россией сняли часть санкций. Не сняли. Они думали, что снимут санкции, просили-то они, чтобы сняли санкции как раз с компании по удобрению, из владельцев таких компаний, потому что, дескать, удобрения помогают вырастить урожай вот африканским странам, азиатским странам. Но нет, вот пример с Кантером ясно показывает, что Запад не пошел ни на какие компромиссы. Санкции работают, и санкции остаются. Ни одна из санкций за все это время, заметьте, не была снята. Мы не слышали, снята санкция. Там, сделано исключение для одной турбины, ну, согласитесь, это не называется «сняли санкцию», да? Санкции по-прежнему действуют. То есть еще одна спираль вот этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране. Запалили на 26,5 мільйонів. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що лише за три доби пара байрактарів знищила ворожої техніки на рекордну суму. Зокрема, 8 танків Т-72 по 3 мільйони доларів кожен. Самохідну артилерійську установку «Акація», а також БМП та гаубицю. Також пошкоджено ще 5 танків Т-72 та бойову машину піхоти на суму 1 850 000 доларів. І до іншої приємної статистики. За минулу добу не перегорнуть листок календаря ще 350 окупантів, демілітаризовано ще 25 російських танків, 37 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та 21 одиниця автомобільної техніки. Підбито ще 11 безпілотників, 1 літак та 5 крилатих ракет. А у повітряних силах уточнили, що зенітно-ракетні підрозділи збили калібри, запущені з Чорного моря. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог спрямував усі ракети на Дніпро. І ще одна. У мене окна трясуть. Ні, тому чи міск? Твою мать, Настя. Стой, зараз дуже громко буде. Росія також може гучно готувати свій так званий третій армійський корпус, який кинуть на війну в Україну. Але цей процес розтягнеться до кінця осені. Перша проблема – час на підготовку особового складу. А друга – комплектування технікою. Адже якщо на початку вторгнення ворог оперував новітніми зразками, то нині знімає зі зберігання броню радянських часів, з якої майже половина небоєздатна. Про це військовому телебаченню розповів представник головного управління розвідки Міноборони. Вся новітня техніка, нова техніка, вона була на озброєнні тих батальйонних тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні місяці. І зараз ми бачимо, що все, що формується, воно оснащується іще радянськими зразками зброєння, які знімаються з баз зберігання, з арсеналів, вони поступають в війська. Однозначно, за нашими оцінками, це 40% боєтехніки, яка просто не боєготова, яку необхідно ремонтувати, проводити до ладу. У якому ж стані будуть самі окупанти вже за кілька місяців, ми всі побачимо невдовзі. А поки що українські морпіхи з 35-ї бригади імені Михайла Остроградського перевіряють поточну ситуацію і коротко підсумовують невдале життя чергового російського загарбника. Що ти, Вася, зажмурився, да? Ну, буває. Мама тебе шукає, а тебе вже нема. Потерь в вооруженных силах России нет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.